Здравствуйте, вы находитесь на канале Дмитрия Трофимова. И я тот самый Дмитрий Трофимов, и сегодня я вам расскажу о доминации. Но не о той доминации «маленькие пытливые умы», о которой вы сейчас подумали. Я буду говорить о доминации в диалоге. Что это значит? Это значит, что когда вы встречаетесь с каким-то человеком, вы начинаете с ним взаимодействие, да? Говорите вы, говорит собеседник, и у вас что-то вроде такого пинг-понга, да? То есть вы что-то сказали, он что-то сказал, но бывают случаи, когда говорите только вы. Говорите только вы означает, что вы сказали одну тему. Окей, вы говорите, например, сказали, как сегодня у вас прошел день. Потом вы сказали другую тему. Например, вы сказали о том, что вы встретились сегодня с другом. Вы рассказали о своих впечатлениях. Вы рассказали о своей работе. Проходит уже 5 минут, и вы продолжаете говорить только вы. Потом вы рассказываете о том, что вас ждет сегодня еще, что вас ждет завтра в будущем, что вас ждет послезавтра, что было в прошлом. Вы постоянно говорите, и уже прошло 10 минут. И первое правило, запомните, если на протяжении 10 минут говорите только вы, и это не словесная импровизация, где вы рассказываете потрясающую историю, а именно просто вы говорите, открываете одну тему, потом вторую, третью, четвертую, пятую и так далее, либо вы говорите одну тему, но это опять же не словесная импровизация, это говорит о том, что вы доминатор в общении, и это ошибка. Ребята, запомните раз и навсегда. В общении участвуют двое. Ну, если это группа людей, значит, участвуют в этом общении почти все. Ну, если есть люди, которые не хотят участвовать, они будут молчать. Но даже в группе всегда идет взаимодействие, всегда идет общение. Соответственно, вы не можете доминировать, потому что если вы будете доминировать, то люди будут делать вот так. Михаил, слушай, у меня тут важное дело. Я не знаю, конечно, какое, я его еще не придумал. Я не хочу тебя слушать, поэтому я просто придумаю это важное дело и уйду. Соответственно, когда вы слишком много доминируете в общении, люди сначала вас терпят, а потом, когда каким-то образом вы, например, хотите встретиться с этим человеком и зовете его куда-то погулять, где-то пообщаться, попить чай, в какой-то момент, когда вы его позовете, он представит ваш образ, либо он вспомнит ситуацию из прошлого, и вы будете у него ассоциироваться с тем, что вы слишком много говорите. Слишком много говорите и говорите слишком скучные темы, неинтересны для него. Вы слишком много доминируете. То есть ассоциация с вами не очень хорошая. С вами скучно, однообразно, серо, уныло. И, соответственно, он делает все, чтобы с вами не встречаться. Михаил, слушай, у меня тут дела, я не накормил хомяка. И завтра я тоже его еще не накормил, и послезавтра не накормил. В общем, мы с тобой не можем встретиться, потому что я по жизни занят. Больше не пиши и не звони мне. Не доминируйте в общении. Давайте еще раз. Как же остановить это безумие, доминацию в общении? Вы помните, первое правило – это 10 минут. Если говорите 10 минут, это уже ошибка. Остановитесь. Далее. Вам нужно прокачать петлю общения. Петля общения уже есть на моем канале. Ссылка только что появилась. Посмотрите петлю общения. Она вас очень хорошо прокачает и уберет у вас вот эту привычку доминирования. Третье. Осознайте и поймите, что в общении участвуют как минимум двое. И общение у вас идет по принципу пинг-понга. Говорите вы, говорит собеседник. Соотношение общения, ну, в разных ситуациях бывает по-разному. Может быть 40 на 60, 50 на 50, может быть 70 на 30. Но запомните, если говорите только вы вредите в первую очередь самому себе. Еще запомните следующее правило, которое тоже важно, чтобы убрать доминацию. Отслеживайте реакцию собеседника. Опять же, на моем канале есть ссылка на видео, где вы можете посмотреть, что значит реакция собеседника и как не говорить всякую ерунду, которая ему неинтересна, да? И ссылка только что появилась. И в общем-то, если вы прислушаетесь ко мне и все эти пункты, которые я озвучил, внедрите в свою жизнь, в вашей жизни доминация уйдет. И будете применять доминацию где-то в другом месте. Ставьте лайк под этим видео и паблик зайдите тоже. Пока-пока.
Когда я работал продавцом, часто приходили люди, которые хотели просто выговориться. Они ничего не покупали, они очень много спрашивали, а потом рассказывали о картошке, либо о рыбалке, либо о чем-то своем жизненном. И я понимал, что человек пришел не покупать, а действительно он пришел выговариваться.